Отлично. Блю, лови снежинки ртом. Короче, сейчас понедельник, я, короче, собираюсь идти на конюшню, я уже оделась, я уже собралась, и я готова выходить. Мне только надо собрать все свои вещи в рюкзак, и быстренько я угоняю к Кате. Что я расскажу, зачем я сегодня иду в конюшню? Сегодня, возможно, я сяду на жеребца полицейского, вот. Меня хотели посадить на жеребца, но меня попросили, типа, а-ля, поработать, все дела, я как бы... Ну, как поседлала, почистила, вышли на манеж. Я сделала один круг на маленький манеж, сделала один круг шагом, и мы зашли, потому что начался дождь, ливень, и все. В итоге я пошла его расседлывать. Вот, потом я пришла на следующий... Нет, через день я пришла, чтобы его погонять, потому что мне нужно было его погонять. Я его как бы пришла, решила, что типа, блин, все, манеж свободен, надо идти гонять. Надела уздечку и, короче, полил ливень. И я опять такая, типа, блин, опять что? Короче, судьба, походу, не очень хочет, чтобы я очень что-то с ним как-то контактировала. Но в итоге мы дождались, пока мы уже вызвали такси, чтобы уезжать. И пришлось отменить заказ, потому что прошел дождь, и я пошла его гонять. А потом Катя вышла, ореха посмотреть, хромает, не хромает, все дела. Поэтому вот так вот. И сегодня я иду работать на нем. Дождя нет, туч нет. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, их не будет вообще, в принципе, поэтому вот я готова выходить. Еду сегодня в черном. Black Star. Вот, знаете, вот это я беру с собой всегда. Ну и фотик, конечно. Вот так вот, да, ну и кошелек еще, да. Ну, книга это 50-50, да. Вот, что хочу, советую вот эту книгу абсолютно всем. Просто, я не знаю, вот такое ощущение, что кто-то взял и мои мысли просто все вот сюда вот впихнул. Я, короче, считаю абсолютно так же, как написано, что вообще написано в этой книге. Вот прям это моя жизненная позиция, точка и так далее и тому подобное. Мы пришли в КСК. Я как, я не знаю, как чел в черном, блин. Full in black. Жаль, что конь не вороной. Слезка. Слезка потекла бы тут. Вот так. А я к тебе, хочешь, поваляемся? Не. На какой стоял? Мне нужен или вороной, или нет. Или желтый, да? Да. Смотрите, она на Люсе поездила. Это вообще не только я поездила, две тренировки на Люсе. Ну, поездила ты на Люсе, вот. А вот одна тренировка на Люсе. Окей, ладно, на пол, хорошо. Все, это все. Карл. That's all. Лайк за Люсю. Короче, мы пришли. А, я уже рассказывала. Ну, короче, я вот, мы идем, я выйду на Олигархе, она выйдет на Орехе. И они братья. Два жеребца. Два жеребца, два брата стоят рядом, так что нам прикольно. И мы будем в одном манеже. Ой. Надеюсь, никто из нас друг друга не сожрет. Да нет, они вроде чисто нормас. Ну, типа нормас. Ну, вот и я не шарю. Весь мой опыт езды на Олигархе был выйти, пошагать. Выйти, шагнуть круг и заспасаться. Все. Та-дам! Так что вот, не знаю, что будем делать. Я в черненьком, надеюсь. Поеду, может быть. Но это не точно. Подсели на песню «Ненавижу брата» и его друга. Я где-то в прошлом видео говорила о том, что типа спасибо тебе, спасибо Андрею за то, что я слушаю теперь эту песню. Спасибо. Нет. Я слушаю теперь вот эту песню, еще две песни. Ну ладно, одну песню я слушаю не от них, хорошо. Но две другие от них. Исполнитель тогда это узнала от них. А? Исполнителя нет, не от них. Не от них. Исполнителя первая песня, которую я добавила, это было не от них. Ну, точнее, я слышала это раньше, потому что это было очень модно, трендово и т.д. и т.п. Меня одноклассница втирала, типа, о, пошлая Молли, это же модно, это трендово, это что, совсем? Услышала. Я такая, типа, чё, кто это вообще такое? Я вообще об этом не слышала. Потом вот эту песню я очень часто слушала, брат включал. Частенько я ее слышала, короче, вот. Любимую песню твоей сестры тоже, Зай. Короче, я слышала. Зай. Блогер. Ну, ты можешь зайти, да.
Я буду на Олигархе ездить во время вашей тренировки. Да. В соседнем манеже я не смогу вас пофоткать. Я тоже на Орехе. А она на Орехе будет со мной в манеже. Продолжаем. О чем я? О песнях, да. Короче, неловко получилось. Стоишь блогер, а да. Я, типа, блядь. Короче, блин, я забыла, что... А, вот. Вот. И как бы первая... Одну песню я слышала, две песни от брата. Вот, но при этом я такая даже такая, типа, господи, что-то выключи, пожалуйста, пожалуйста. Вот. А потом я услышала песню на стримах одного чувака, он стримил игру, и, короче, я такая, типа, блин, надо как бы, типа, наверное, это... Посмотреть, что за песня, потому что ничего такая. Ему, типа, донаты приходили, эта песня играла. Я такая, блин, надо, типа, что... подумать, типа, посмотреть, что за песня, добавить, она ничего классненькая такая. Вот с этого пошло. Теперь я слушаю пошлую Молли. Плакать хочу. И да, сорян сразу за то, что фокус пропадает, потому что, ну, ребят, ну, камон, как, чего, зачем? Узнаете, что мы думаем о фокусе. Мы кое-что готовим просто. Капец, какой грандиозный проект. Очень грандиозный проект, очень, у нас очень мало времени. Мы готовим, мы пытаемся. Держите свои кулачки, что это? Я знаю, что видео выйдет после, но неважно, мы после готовим. Конечно, ты что, у меня... 4 влога, про чистку, про седловку еще видео. 200 человек осталось, меньше, чем 200. Это 4 дня максимум, наверное. Ну, тогда... Да, да. И, скорее всего, наверное, мы будем снимать все, что, типа, вот, за кадром. Да. Наверное. Да, да. Да, конечно, выйдет, да, все ляпы, короче, выйдут. Так что все, мы вообще пошли, погнали. Гоним. Гоним! Короче, тут Катя массажист. На услуги записывайтесь у меня, Валэ, спешите, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй! Чего? Смотри, у меня мурашки. Да, что, Рилл, что ли? Ты занимай мои джунгли! Блин, ладно. Смотри, у меня даже на шее мурашки. Да, что? В форме сидит. Ну, короче. Олигарх. Мадама не любит жеребцов, вообще нет. Не любит села. Не люблю жеребцов! Фу-фу-фу-фу-фу! Вышел дождь, да? Ты видишь дождь? Ух, ливнет. Да, работа оператора очень тяжелая. Слишком. Просто очень. Когда едешь на злом коне. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Yeah. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my buzz is so humongous, you would think that happens in it. Damn. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all looking that. For that whip, yeah, that what you call that. Woo! I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. I know, cause when I'm in your town,
ее выгнали с манежа, потому что она жеребце. И сейчас она пойдет шагать в лесок. И я иду вместе с ней. Вот. Такие вот дела. Сейчас идем. Фокус. Вот, вроде вот. Так. В общем, вот мадама едет на жеребце. Вот такие вот дела. Комментарии по этому поводу, я надеюсь, что у вас есть. Удобный, однако. Очень? Ну, удобнее, чем многие кони наши. Вот и поговорить. Я стремно говорю, чтобы у меня, типа, руки не тряслись. Короче, я сейчас попытаюсь опять, типа, а-ля влоги от Катюхи. Я не знаю, видно, не видно, как всегда. Вот. Как вы уже знаете, мы пошли шагать в лес. Лес. Отшагивать жеребца. Я не знаю, смогу ли я выйти тоже в лес, потому что я тоже очень хочу это сделать. Вот, интернет, конечно, скачет пипец. Ужасно не весело. Вот. Я надеюсь, что я сейчас не снимала себе только одно ухо. Вот. Я не знаю, что еще сказать. Просто вот лес. Вот после дождя. Вкусно пахнет землей. Вот. По-моему, это все. Мне просто скучно. И нечего делать. Я снимаю влог, царь! Мама, я блогер. В скобочках нет. Я в другую руку. Так, немножко удобнее. Чуть-чуть. Интернета нет. Пустыня в тебя свернулась пальцами змеи. Вот, кому будет интересна песенка, пишите комментарии. Вот, я начала слушать рок. Опять. Снова. Да. Пойду по кустам. Да. Я знаю, как беспощадна и цинична жизнь. Все то, что в тебе звучало, больше не звучит. Я смог бы твоей надежды вновь зажечь огонь. А, что, бинтуешься, что ли? Да. Экушки, смотрите. Ты приседаешь в зале. Привет, конь. Здравствуйте. Я сейчас вообще крючковать пришла. Вот смотрите, значит, поставила коня, а он повалялся. Говнюк. Повесила я, значит, все сушится. Да, это у меня супер классная конструкция, когда висят на гавке, а к ним приляпаны перчатки. Да. И что я сейчас буду, значит, Катя работать на орехе. Я думаю, что я сейчас вот стульчик отнесу на середину, сяду и буду читать. Я просто бог, да. Смотрите, там нянька. Наш тренер типа родила. Наша Наталья Валерьевна. Кто шарит? Нянька. Тяжелое время, надо сказать.
Там типа кобылы вышли. Люблю жеребцов. Обожаю жеребцов. Моя любовь. Моя любовь где? На северных живет, да? Или в нижнем, подожди. Я не определилась еще. How are you? Hey, English, go to speak with me. Go, it's very easy language. Катрин, come on, сова. Bonjour, come on, сова. Ты должна ответить, сова бьен, мерси, этуа. Ты же шаришь. Bonjour, мадам, come on, сова. По моту нельзя ответить. Bien, merci. Когда из одной школы, короче. Да, шквар. Типикали жеребец. Что? Собственно, что происходит, значит? У нее конь. А, что-то... Когда он у тебя хромать начал? Ну, недельки полторы назад, наверное. Ну, да. Вот, короче, у нее конь начал хромать недели полторы назад, и то есть в это время она не садилась. Она его водила на корду смотреть, что как, т.д. и т.п. Вот вчера она его, значит, вывела на корду посмотреть. Мы поняли, что нам сказали люди полицейские, дежурные полицейские, которые типа ля шарщие. Вот, нам сказали, что типа... Ей сказали, что он как бы ногу бережет и как бы легкую работу можно нести. Поэтому вот сегодня она под верхом его работает рысцой. Вот, собственно, легкая работа, рысь-рысь, все. То есть ничего такого. Он сейчас тоже ногу достаточно бережет, но не очень сильно хромает на самом-то деле. Но бережет все же. Так что вот. Отправили пацана стоять с ребенком, короче. Вон там ребенок, отправили пацана стоять с ребенком. Ну так вот, ребят, я оставлю ссылочку на няньку в описании, короче. Тут на манеже ко мне присоединился Мороз на Олимпиаде, смотрите, Мороз на Олимпиаде. С фокусом все клево, конечно, всегда. В общем, Мороз, Олимпиада, гусь и Олимпиада, вот так вот. Тебя же знают как гусь. Вот, гусель. Морозовый гусь смотрит в окно. Он хочет понять, почему так темно. Смотрите. Тут чем-то кто-то занимается. А это Марья Санна. Это Игарка. А это Марья Санна. А это Мороз идет. Мороз. Мои трясущиеся ручки. Чего? Ручки трясутся. Не слышу. У меня ручки трясутся. Чего по поводу 5 минут? Я смотрю. 5 минут. Рысь. Ну, почти. Рысь. Тренер, ну-ка ты. Слышь, мужская рука. Стойки ты выносить будешь? Двух с половиной. Выносить стойки будешь ты. Я беременная однорукое создание. Мне нельзя. Она убирается. Но я не умею танцевать. Да, стартуй. Решение, что не буду решать, конечно же. Но я не умею танцевать, понимаешь? Но мне музыка нужна для начала. Тут. Ну да. Все, закончилась музыка. Смотрите, это Катя. Мне понравился мой танец. А? Ну понятно. Давай. Тут. А второй рукой помогай себе, Тут. Эти наша семья, будущее. Почему уже нынешняя? Нынешняя семья, значит, Андрей, сын или... Семен Андрей. Тут интереснее. Тут Лёля иногда бошку отпускает. Вау! Короче, все мы видим царя. Сейчас увидим. Ну, сейчас. Тут разгорячённый Мороз. А я, как всегда,
снимаю для вас влог. Потому что царь не может. Музыку. Никто этого не видит, самое главное. Смотрите, просто царь взял ее, Катю, на корду. Ну, короче, просто Катя решила податься в новички. Самое стрёмное, когда я еду, у меня ничего не получается. Села только Нюра, у нее получилось все. И снова здравствуйте. Это влог все-таки царя. Но, как всегда, я являюсь оператором. Запомните меня, знаете, как меня зовут? Меня зовут Баран. Просто запомните. Я уже несколько раз появлялась в ее блогах. И буду продолжать эту деятельность. Пока что одноруким. Ты объяснила, да, что мы делаем? Ну, я объяснила, что Катя захотела побыть новичком. И сесть на учебку, да? Ну, на самом деле, это правильно. Учиться надо. Попробуй там назад загребать руками, как это все делают. Что? Во! Только это вообще, по-моему, делают на это, на как ее, на стременах, ну ладно. У нас это делает Катя на учебке. Может, двумя руками что поплыла? Блин, макарену. Что? Ну, макарену. Типа вперед, потом ручки переворачиваешь, там типа вот эту фигню, ты не помнишь? Давай, двумя руками. Давайте я, вы знаете, что сделаю? Короче, вот пойду и сяду. А то меня съедят. Поблич. Царь, как ты прокомментируешь это? Я бы сама поездила. Я безнадежна. Не, я бы поездила, я хочу. А вот посмотрите, вот эта вот картина маслом, задротящий всадник. Это уже лучше, чем было. Посмотрите, вот что, как так можно? Вышла на манеж с конем и задротит в телефон. А там, короче, Мороз старается и пытается научиться снимать. Блин, это я научусь снимать. Она учится собирать кобылу. Она дебилка просто, сама кобыла, а не Мороз. Могу пофоткать. На самом деле у меня уже давно устала рука. И царь. И не умею снимать. Прости, если там корявые руки трясутся. Это не я. Я думаю, что это твоим подписчикам понравится. Они же у тебя хорошие и понимающие. И знают, что у оператора руки не из того места. Точнее, всего полторы руки. Вдыщ. Сейчас. А, да, вот так. Есть такой другой. Да, точно. Есть, короче, такая учебка и до ноги такая. Оп, вот так вот. Ага, да. Капитанская седле. Да ладно, ты же все равно на корде. Ничего страшного не случится. Ну так, а ты делай всякую херню реально на равновесие. Которую ты даже не можешь просто. Которую ты просто не можешь. Кто с которой ты свалишься, кто знает. Кто с которой ты свалишься, там по голове пройдет какой-то. Зато на камеру засниму, ты готов. Ты все подряд снимаешь? Да вообще-то. Так это все останется. Я уже извинилась перед тобой в будущем, что я коряво снимаю. Видите, Катя издевается над конем. Просто посмотрите, какой у нее пена изо рта. Он бешеный. Эпилепсия, наверное. Он бешеный. У него еще там вот. Кто-то писал, типа, блин, а чего у него так много пены? Я такая, ну, потому что Катя, наверное, издевается над конем, дергает ему рот. У него просто бешенство. Я его просто укусила. Да, я его укусила, да, типа, там с ним поговорить. Как ты брат своего кузнечка? Не будешь идти. Я тебе потом свою шутку скажу. Если не забудешь, запиши, пожалуйста, где. Царь, 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 это волнует многих твоих зрителей. У тебя появился парень? Да. Три. Вон один ходит, короче. Потом ее брат и один в нижнем. Она встречается с моим братом. Посмотрите фотки, там мой брат, я серьезно. Она серьезно с ним встречается? Да, серьезно. Вы видали? Нонсенс просто. Сегодня точно 18+ надо поставить. Офигеть, у царя есть парень. Я дожила до этого. Можно шутку, Катя?
Да, смотри, я... А у него нет мерзости. Смотри, я даже фотки с ним, короче, сохраню у себя. Вот, я вам отвечаю, это ее парень. Эй, ребенка, верни! Она уже собралась! Уже утопали, блин, молодая семейка. Готова. Мы ждем контента. Да не туда, конь! Ну, короче, мне это надоело, я пошел. А там Олег научишься ездить без стремян. Четвертый год обучения. Учимся ездить почти без стремян. Пятый. Хорошо. Давай, давай. А, еще чипегу. Почему у нас нет музыки? Спасибо. Давай, носа, носа, спасибо, таблетка от поноса. На самом деле, это помогает. Отправь нам воздушный поцелуй. Подожди, я теперь, блин, я готова. Супер. Это просто топ-контент. Вот, смотрите, моя мега-супер-классная конструкция. О, боже. Валик. Я иду с Катей, она тоже отчегать пошла. Брата жеребца. В лесочек. Кекушки. Окей. Я если и Big Boss, то точно не Russian. Я френч, потому что я француз. Френч. Френч. Ну, Франсуа. Нет, Франце. Франце. Франсуа Оланд. Это вот я Big знаю. Boss. Франце, Big Boss. Je m'appelle Lila. Je suis Франце. Je suis Франце. J'aime beaucoup la littérature française. Le cinéma français. Все Франце, короче. I am from France. Ясно. Ну, понятно, ясно, ясно. Я ребенок этих, как это называется? Я дитё народов, вот. Короче говоря, что происходит, у меня зарядка кончается зарядка, если что, то я что-то не сниму. Короче, конечно, будет напрыгивать на порты. Вот, я что-то глаголю, если что, на всякий случай, и до свидули. Я бы лучше сюда не садилась. Я бы вот где-нибудь за мной села. Дело то, что я думаю, в принципе. Конь, ленивое чмо. Все, выключайте. Я болтаю, сейчас не доснись ничего. Ну, у меня есть телефон. Идем, выжидаем. Как боги снимаем, короче, еще на iPhone, чтобы если что, вдруг, если камера вырубится, то типа все было бы. Я так понимаю, там так дохрена материал, я сдохну, пока это монтировать буду. А, не в фокусе, не в фокусе. Говнюк. Кажется, будто бы она стоит там без палочки. Хотя нет, видно палочку, но типа без палочки. Типа вот Алена на ладошке. На ладошке. Давайте еще ее возьмем. Ну я же должна что-то во влог делать. Кать, вот это и будет во влог. Отлично. Отлично. Отлично.